Всем привет! На этот раз мы отправились на северо-запад Карелии, чтобы посетить город Костомукша. Из Петрозаводска до Костомукши мы ехали примерно 500 километров. Дорога выдалась долгая и снежная. Мы развлекались как могли, наблюдая из окна автомобиля за красотой заснеженного карельского леса, проплывавшего мимо нас бело-зеленой стеной. Ехали примерно 8 часов и к вечеру наконец-то добрались до Костомукши. А уже на следующее утро мы отправились знакомиться с этим молодым и интересным городом поближе. Ну что, друзья, вот мы уже и в Костомукше. Кстати говоря, заселились мы вот в такой вот панельный дом. Он финской застройки. Здесь в Костомукше много таких финских кварталов, помимо русских, которые потом дальше продолжили строительство жилых домов. Вот сначала были финские, и мы в одном из них живем. Культурно все красиво. Вообще, в принципе, город Костомукше, он достаточно молодой. Ему еще нет даже 40 лет. И домики, в общем-то, сохранились в хорошем качестве. И все, кто приезжают, обращают на это внимание, потому что, конечно, на глаз сразу бросается такая разница между домами финской постройки и русской постройки. Они немножко отличаются. Если вы приедете, увидите. Планируем отправиться в центр города Костомукша, посмотреть, как он устроен, что там есть и на что там можно посмотреть. Так что отправляемся в центр Костомукша. Вперед! Как я уже сказал, Костомукша – город молодой. В нем проживает около 30 тысяч человек. Изначально это был поселок, возникший в 1977 году, который решили строить специально для обслуживания горно-обогатительного комбината, примерно в 30 километрах от финской границы. В 1983 году этот поселок получил статус города, его назвали Костомукша, в честь одной из карельских деревень, стоящих на этом месте. Комбинат и многие жилые дома Костомукши строились совместно с финнами, и поэтому сегодня в городе можно увидеть целые кварталы не только русской застройки, но и финской тоже. И рядом с домами оставили очень много зелени, что очень украшает город и делает его более уютным. В центре Костомукши есть главная площадь, на которой построен культурно-спортивный центр «Дружба», а рядом располагается очень интересный и значимый для города памятник, на который мы сейчас и посмотрим. Ну что, друзья, вот мы находимся в центре Костомукши у памятника двум людям. Это как раз Алексей Косыгин, председатель Совета Министров СССР и президент Финляндской Республики Урха Кеканин. И именно эти люди сыграли огромную роль в становлении города Костомукша, потому что 14 сентября 1978 года они возложили первый камень в фундамент Костомукшского горного обогатительного комбината. Видно, что Алексей Косыгин держат в руках план города Костомукши. И вот они сидят и с президентом Финляндской Республики договариваются, как здесь появится на этом месте город Костомукши. Ну а сейчас, друзья, я нахожусь на главной площади Костомукши, у Дома культуры «Дружба». Здесь все гуляют, развлекаются, катаются на ватрушках. Здесь еще стоит новогодняя елка. Настроение здоровское, но немножко прохладно. Отправляемся дальше в машину, чтобы исследовать окрестности города Костомукши. Ну что, друзья, вот мы и приехали в Костомукшский заповедник. Здесь при входе сразу же предлагают взять ватрушечки. Они здесь бесплатные и можно прокатиться с горки, как делают все посетители этого места. Так что давайте тоже воспользуемся. We'll be right back.
очень холодно. Здесь представлена карта, схема Костомукшского заповедника. Мы находимся вот здесь, написано «Вы здесь». А вот это вот вся огромная зелененькая, вот зеленой границей выделена территория заповедника. А вот это красное, это уже граница с Финляндией, указан приграничный пункт Вартиус-Люття. Здесь есть очень много различных троп. Одна интересная тропа называется «Удивительная рядом». Здесь представлена ее схема. И на ее пути много очень интересных природных мест, которые стоит посмотреть, если вы будете в Костомукшском заповеднике. Всем советую, это очень здорово. И мы еще сами не прошли, но я уже чувствую, что это будет клево. Смотрите, здесь два указателя. Обзорная вышка на берегу озера через мостик, а здесь интерактив «Ходи босиком». Ну что, друзья, походи босиком? Да. Да? Ну снимай ботинки, Лёва. И по снегу. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ладно, шутим. Ходить по снегу, конечно, не хочется. Идем на обзорную вышку на берегу озера. Что это такое? Продолжительность жизни животных и людей. Человек, как известно, живет 65-80 лет примерно в среднем. Медведь 20-30 и так далее. Лось 10-17 лет. Вот такая вот познавательная точка на тропе. Взрослые рыси. Масса тела. Мама, я уже до рыси? По длине тела ты достиг уже бобра. Угу. Я длинный как бобер и рост как рыси. А Коля, Коля вот такой. А Коля как лось. Посмотрите, какая красота. Озеро Контоки-Ярви, на берегу которого располагается город Костомукша. Зимой, посмотрите, какая красота здесь. Озеро уже замерзло, видимо, давно, подо льдом, под слоем снега. Но какое оно красивое, это же просто супер. Ну как тут, тебе нравится? Красотень? Ну вообще, залез такой на жердочку. Мы вернулись с тропы обратно к визит-центру и попробуем туда зайти, погреться и посмотреть, что там есть. А там, оказывается, много чего есть интересного, как для взрослых, так и для детей. В визит-центре заповедника вы попадете в мир природы, истории и нашего будущего. Тут можно познакомиться с достопримечательностями заповедника, узнать о тропах и маршрутах и увидеть его растения и животных. В зале природы Северной тайги можно узнать истории из жизни насекомых, птиц и зверей заповедника. Можно посмотреть на мир глазами совы, рыси или волка, увидеть макет лося в натуральную величину с желудком, прозрачные стенки которого показывают, чем он питается. От лося тут есть еще кое-что интересное. Здесь что?
Это осиные какашечки. Осиные какашечки? Да. Ну как? Они все пахнут травками, корнями. Слушайте, осиные какашечки. Вполне себе. Следующий зал истории поделен на две части – прошлое и настоящее. Прошлое рассказывает нам, как человек зависел от природы и заботился о ней. Настоящее же показывает, как современные технологии отдалили нас от природы и дает нам знания для восстановления связи с ней. Например, здесь можно научиться грамотно сортировать мусор. Еще здесь есть кинотеатр и класс экопросвещения для игр и встреч. Вот такое место, очень уникальное, но мы отправляемся дальше. В Костомукше уже стемнело, темнеет здесь довольно рано, где-то ближе к 11 нормально расцвело, а ближе к 3 часам вечера уже стемнело. Ну а сейчас уже 5 часов, полная темень, спасают только фонари. Мы продолжаем нашу исследовательскую прогулку по городу Костомукша, и сейчас мы приехали к Центру культурного развития «Среда». В Центре культурного развития «Среда» показывают мультики прямо на улице. Вот экран выведен прямо на прицеп грузовой. Так что будем смотреть сейчас мультик. Вот такой интересный мультик, и даже несколько можно посмотреть здесь прямо на улице у Центра культурного развития. И посмотреть может, в принципе, любой желающий, который не боится холода и любит мультики. В Центре культурного развития Костомукши можно не только смотреть мультики на улице, но еще и смотреть фильмы внутри. Тут есть 2 кинозала, и в свободное время можно заглянуть и сюда тоже. Помимо этого, здесь проводятся различные досуговые мероприятия, которые может посетить каждый. И фотовыставку посмотреть, и концерт послушать, и еще много-много всего. А самое интересное, что тут находится небольшой кабинет, где сотрудники этого центра, а их немного, придумывают и проводят все городские праздники и фестивали. И это очень круто, продолжайте в том же духе. А теперь напоследок мы решили завершить нашу прогулку по Костомукше посещением бассейна. Будем там отмокать, греться и вспоминать наше небольшое путешествие по Костомукше. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по городу Костомукша. Мне лично этот город очень понравился, правда. Он очень такой небольшой, уютный, красивый, особенно зимой сейчас, так снежно. И несмотря на то, что этот город небольшой, здесь есть много интересных мест, которые стоит посетить. Подумайте об этом на досуге, а мы уже будем прощаться с вами. До скорых встреч. Пока!